Всем привет! Покажу сейчас 53 лучших товара с AliExpress, о которых ты даже не мечтал. Поехали! Складная сушилка для одежды просушит нужную вам вещь максимально быстро посредством обычного теплого воздуха. Выняли и гладить даже не нужно. Мечта любой хозяйки. Многофункциональная лопата 15 в одном. Приходит целый чемоданчик. Здесь очень много полезных устройств для походов, рыбалок, кемпинга. Лучше возить постоянно с собой, ведь никогда не знаешь, что из чемоданчика понадобится. Мини-токарный станок. Для мелких работ с деревом это неплохой вариант. И своих денег однозначно стоит. Ручная стиральная машина. В наше время гиподинамии нужно тратить лишнюю энергию, чтобы не набрать лишний вес. Такая стиралка работает от ваших рук. Как говорится, и постираете, и руки подкачаете. Bluetooth-колонка миниатюрного размера с защитой IPX7, то есть водонепроницаемая. Качество звука на высоте, можно слушать где угодно, даже в душе. Двигатель Стирлинга. Даже человек, не знающий физику, легко поймет принцип работы такого двигателя. Как необычный подарок, вещь просто шикарнейшая. Сосисочница. Готовка – это искусство, и без качественных приборов здесь не обойтись. С этим ноу-хау можно сделать хот-дог за пару минут. А вообще все зависит от фантазии автора, ведь начинку можно положить абсолютно любую. Умный боксерский тренажер. Что только не придумают. А раньше было достаточно одной груши. Приходит такое устройство сразу с креплением. В чем здесь смысл? Вы бьете вместо загоревшейся подсветки. Таким образом, должна улучшиться ваша реакция и скорость. Зажим столяра. Отличный инструмент, поможет вам состыковать под 90 градусов, а не под 40, как это бывает, любую деревяху. Генератор водородной воды. Все знают, что вода может быть мертвой и живой. Суть прибора в генерации свободного водорода, который должен бороться со свободными радикалами. Правда, стоит покупать только максимально качественные приборы, мембрана которых покрыта несколькими слоями платины. Иначе можно сделать здоровью хуже. Левитирующая лампа. Для не знающих химию это настоящее волшебство. Мало того, она парит в воздухе, так она еще и может гореть. Матрас туристический надувной. Есть двухспальный и односпальный. Сделан таким образом, что на нем отлично отдыхать. Самое главное, что для накачки не нужен даже насос. Открыли клапан, понажимали ногой, и матрас готов ко сну. Умный переводчик. Все языки знать нереально. Да и какой смысл их изучать, если вы просто турист? Данное устройство уже выучило 138 языков и переводит в реальном времени. Походный душ. Простое, но в то же время очень полезное изделие, чтобы почувствовать себя на природе как дома. Нажали на кнопку, положили в ведро с водой, и все, можно мыться прям где угодно. Супер мощный фонарик. Светит очень ярко, в 3000 люменов. Для его размеров это просто сказка. Может падать и имеет отличную защиту в IP56. Складной уровень. Такое ноу-хау – мечта каждого строителя. Занимает мало места, удобно работать в разных плоскостях. Как раньше без этого инструмента строили дома, сложно даже представить. Щетка для питомца. Наверное, самая эффективная из всех, которые только есть. Лишняя шерсть снимается быстро и легко. Вовнутрь щетки заливается водичка, и в отличие от других фумигаторов, здесь шерсть не остается на котейке. Дремель. Каждому мужчине не мешало бы иметь в своем арсенале этот агрегат, ведь им можно точить что-нибудь, сверлить что-то, резать чего-то, гравировать кому-то. Чемодан туриста. Один из самых стильных, которые есть на Али. Ручка полностью задвигается. Надежный замок из 3 цифр сохранит ваши вещи в неприкосновенности от других людей. Роскошный смеситель. Выполнен в форме золотого лебедя.
Выглядит дорого, богато, но стоит не дороже обычного. Насколько хватит его? Ну тут уже другой вопрос. Машинка для сушки. Отличный способ сохранить ценность фруктов на зиму – это их засушить. В работе сушилка очень проста. Выставив нужную температуру и время, можно просушить любые фрукты. Светящаяся кепка. Как стать самым модным парнем на районе? Конечно же, нужен такой стильный кепарик, который будет играть цветами, и вы не останетесь незамеченным. Беспроводной пыльсос. Мало у кого сейчас есть ковры, поэтому модель такого типа без каких-либо проводов очень популярна. По соотношению цена-качество этот пылесос просто топчик. Портативный вентилятор. Настоящее спасение в жару. Можно вешать на шею и получать отличный обдув в нужном для вас направлении. Инкубатор для птиц. Это настоящий готовый бизнес. Купили яиц, вырастили птенцов до размера курицы и продали. Сигнализация на ручку. Беспечность зачастую играет плохую шутку, и ваши средства передвижения могут угнать. Такая сигнализация издает громкий сигнал при касании, и люди обратят внимание. Сумка на руль. Легко и надежно крепится, имеет водонепроницаемую ткань. Все необходимое для велопокатушек туда влезет. Пластиковые полки. Можно легко установить в любой проем шкафа. И это очень актуально, когда у вас очень много лишних вещей и не знаете, куда их девать. Помощник автомобилиста. Устройство с джамп-стартером на борту поможет завести авто. Также есть функция компрессора, чтобы подкачать колеса. Перчатки силиконовые, термостойкие, выдерживают температуру до 250 градусов Цельсия, спасут ваши руки от ожогов. Аккумуляторная газонокосилка – гениальное изобретение для покоса травы в любой плоскости и любой сложности, при этом работать ей очень легко. Ручной отпариватель – самый топовый прибор за свои деньги. После его приобретения вы забудете, что такое утюг, ведь отпариватель разгладит любую вещь гораздо лучше. Дозатор еды, чтобы питомец не был голодным и в то же время не переел. Также устройство с камерой будет выбрасывать нужное количество корма строго по таймингу, который вы выставляете в приложении. Ракета для полива, очень необычная вещица. И огород поливает, и у ребенка восторг вызывает. Лучший смеситель для кухни. Датчик температуры, душ для качественной промывки, супермощная струя для сложных загрязнений и много других функций собраны в нем. Подставка с охлаждением. Если на вашем ноутбуке можно жарить яичницу, когда вы играете, тогда, чтобы не лагало, необходима охлаждалка. Беспроводной краскопульт. Компрессор не нужен, работает на аккумуляторах. С ним не работа, а песня. Красит равномерно и качественно. Легкие дизайнерские кроссовки. Достаточно хорошо выполняют свои функции. И нет огромной переплаты за пару букв на язычке. Умная многофункциональная кастрюлька. В ней можно варить, жарить, парить. И все это на электричестве. Для студента в походе норм. Зажигалка в виде пистолета. Подходит тем, кто курит. В комплекте идут обоймы, в которые нужно вставлять бычки или окурки, чтобы они всегда были с вами. Комплект для отжиманий. Помогает отжиматься под разными углами для максимальной прокачки всех возможных мышц. Игровые Bluetooth наушники от Asus. Вообще беспроводные наушники редко используют для игр, но эти практически свели к минимуму задержку, а также сделали отличное шумоподавление, так что можно играть и слушать музыку, все будет в кайф. Кожаный рюкзак выполнен из натуральной кожи, весьма вместителен, влезет планшет, ноутбук и даже пару книжек для учебы. Ночник для унитаза, встроен датчик движения. И как только вы зайдете в туалет, трон будет подсвечиваться разными цветами. Массажный пистолет для мышц.
После любой физической нагрузки мышцы нужно расслаблять. И здесь такой инструмент с быстрыми ударными движениями показал наибольшую эффективность. Электрический беспроводной клеевой пистолет. В отличие от обычного, можно использовать даже там, где нет электричества. А так все остальное, как и в обычном клеевом. Беспроводной петличный микрофон. Я не любитель проводов, да и они часто сковывают движение. Поэтому такие петлички удобнее и качество звука на высоком уровне. От одного заряда работает 20 часов. Запойщик пакетов. Когда что-то недоели и хотите, чтобы оно осталось таким же вкусным, нужно сделать так, чтобы запах не выходил. Для этого запаиваем пакет быстро и легко. Насадка быстросъемна шуруповерт. Отлично пригодится, если вы постоянно сверлите, закручиваете и надо менять сверла на биты. С ней это происходит очень легко. Держатель туалетной бумаги. Самый навороченный, с небольшим мини-столиком, куда можно положить телефон, чтобы он случайно не упал в унитаз. Поверь, банк на 10 тысяч матч имеет функцию беспроводной зарядки для часов от Apple. Также на нем расположено два кабеля Lightning и Type-C. Все гениальное просто. Титановый ножик. Похож на обычный канцелярский нож, только корпус здесь выполнен из титана и стоит он дороже. Пресс для масла. Поможет вам получить масло холодного отжима из различных семян. Ведь некоторых масел в магазине просто не найти.